Всем привет! В этом видео рассмотрим, как удалить свое видео из своего YouTube канала. Рассмотрим на примере, как это сделать. Все делается очень легко. Так, с чего начать? Заходим на YouTube. Здесь нужно зайти под своим аккаунтом, из которого вы будете удалять видео. Нажимаю в верхнем правом углу на свой логотип. Из выпадающего списка нажимаю на шестеренку. Из выпадающего списка выбираю «Творческая студия YouTube». Нажимаю, и происходит переход в творческую студию, панели управления. Здесь интересует раздел «Видео». Перехожу в «Видео». Здесь отображаются мои видео. Я вот хочу удалить видео походы. Давайте рассмотрим на примере этого видео. Для этого я ставлю отметку возле видео, и правее появляются вертикальные три точки действия. Нажимаю на них, и здесь из выпадающего списка выбираю кнопку «Удалить». Нажимаю на кнопку «Удалить». Появляется окно, где написано, что видео будет удалено навсегда. «Продолжить». И здесь указано, я понимаю, что ролик и комментарий к нему будут удалены навсегда. Восстановить их будет невозможно. Здесь я ставлю отметку, и появляется активная кнопка «Удалить видео». Нажимаю «Удалить видео». Все, как мы видим, видео удалено. Вот таким вот легким способом можно удалить свое видео из своего YouTube канала. На этом все. Если видео было полезно, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить нового полезного видео. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях.